Всем привет, дорогие друзья, с вами Драгин, и сегодня у нас будет небольшое такое совещание, скажем так. Сегодня я расскажу о Вендетте и Алине. Я думаю, ни для кого не секрет то, что они ушли из Барвихи на Блэкрашу, и сегодня мы узнаем, кстати, почему. Я долго думал, записывать этот ролик или нет, потому что, они вроде в своих видосах сказали все. Но по комментариям я понял, что это многие не поняли. Мой русский всегда на высоте. И всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра. Ну, а мы начинаем. Вендетта и Алан, в принципе, Алан, кто как хочет называйте, ушли практически в одно время с Барвихи. Ну, по крайней мере, по их выходу роликов, можно сказать так. И Барвиха, скажем так, она, немножечко, наверное, была в шоке, то, что ушли два крупных ютубера. Но я не знаю, давайте сначала. У обоих одинаковая ситуация. То есть я сейчас вам расскажу, как примерно видят игроки Барвихи и как видят сами ютуберы. По идее, сегодня будет моя реакция, на их ход. А смотрите, если говорить глазами игроков, то по сути он нас, скажем так, кинул, потому что ушел на Блэкрашу. А у него в основном, большая часть, конечно же, по Барвихе людей. Если же смотреть глазами ютубера, то есть с моей точки зрения, к примеру, то их можно очень хорошо, легко понять, потому что они переснимали абсолютно все, и у них контента ноль. Контента нет. Я не знаю, ребята. Кто остался, это получается Хардкекс, Трэш, еще там, я в том числе. И там еще меньше, получается, идут ютуберы. То есть, по сути, три крупных ютубера осталось. Нормальных. Возможно, кого-то я еще и не знаю. В основном, кого я смотрю, два ютубера ушли. Три остались, это Хардкекс, я, Трэш. И, в принципе, как-то так. Я хочу пояснить то, что, ребят, нужно понимать то, что, они ютуберы, им нужно как-то дальше развиваться, тем более, если сравнить меня, я хочу еще на свой пример, то когда-то давно я снимал Блэкрашу, и сейчас я, в принципе, мог бы, у меня могло 5000 уже быть подписчиков, потому что, к примеру, сейчас вы на экране это все можете увидеть. Давнейший ролик когда я ставил копейку на учет, играя на Блэкраше, у меня он поднялся аж на второе место. То есть на первом месте русская деревня, симулятор русской деревни. И получается, потом была BMK на телефон. И тут резко поднялась Блэкраша, что, кстати, я сам охренел, потому что, реально, 8000, ёптую мать. Это, конечно, ужас, и я думаю, даже она пойдет на первое место, потому что, там игроков-то намного больше, чем на Барвихе. Также ютуберов там тоже намного больше, чем на Барвихе. И, в принципе, сейчас я, когда снимаю Барвиху, мне очень часто пишут комментарии, потому что не уходи с Барвихи, не дай погибнуть проект. Ребят, согласен, Барвиха, мне кажется, она немного пошатнулась и была в шоке таком хорошем, потому что реально два крупных ютубера свалили практически в один день. И это, чисто, если я был бы разработчиком своего проекта, и у меня ушли два крупных ютубера, я бы, конечно, был в шоке. Но мне остается им пожелать только всего самого лучшего, чтобы у них на Блэкраше был контент, ясен пень, они, мне кажется, очень быстро поднимутся. Я, в принципе, ребят, тоже могу уйти на Блэкрашу, но у меня контента пока по Барвихе достаточно и хватает его. Так что мне пока смысла нету с Барвихи уходить, да и тем более я пока что начал сотрудничать с Барвихой, ибо смысл уходить с проекта, когда ты начал с ним сотрудничать, и ты только начал сотрудничать, и ты сразу свалил. Да и тем более, я не знаю, как это объяснить реально,
у меня вот чисто вот как-то, ну, такое впечатление, скажем так. Вот. Ну и также, ребят, да, я хочу сказать, вот, ну, я смотрел комментарии, многие люди были просто-напросто. Ты нас кинул, что ушел на Black Rush. Вот, реально, много, тебе заплатили за то, что ты ушел, много людей, которые это писали, что Виндетти, что Алан. Печально то, что до них это не дошла информация, ну, блин, это их мнение, в принципе, вот. А лично для себя, я, ну, про себя я хочу сказать то, что пока что есть контент по Барвихе, и я не уйду. Ну и тем более, ну, блин, возможно, я и могу сейчас уйти, но у меня, блин, не факт, что я еще и встану на Black Rush. Ну, хотя я-то встану все равно на сотрудничество. Но хочу сказать то, что, блин, ну, не знаю, тем более там поменялись, как бы, ну, там нет такого жесткого ДМа и так далее, как раньше я снимал, меня просто-напросто сбивали, расстреливали, это был полный пипец. Или просто на машине могли сбить мою машину. Такого вроде сейчас нету, поменьше стало. Ну, блин, я не знаю. В принципе, можете не беспокоиться, я с Барвихи не свалю, это однозначно. И, блин, как-то так, потому что, ну, блин, мне пока Барвиха нравится, и реально есть. Я много чего еще не добился там. Вот была бы такая высота, порог, вот, на который подняться дальше некуда, я бы, возможно, ушел, потому что нечего было бы снимать. Вот. А на этом, в принципе, все. Я думаю, что я до вас донес ту информацию, почему они все-таки ушли, хотя в их видосе тоже. Мне самому, честно говоря, с одной стороны и обидно, но с другой, ну, блин. Ну, получается, вот у меня две версии, получается, где я смотрю с одной версии, как другие игроки, и с другой версии, как сам ютубер. С одной стороны, со стороны игроков, получается, я, к сожалению, ну, сожалею, считаю, ну, я, но хотя я не считаю то, что он нас предал. А с другой стороны, со стороны ютубера, получается, ну, он решил подняться, они решили подняться дальше. Возможно, даже мы когда-то и увидим совместный проект, видосик, но ничего сказать не могу. В принципе, ребят, на этом все. Не переживайте, я никуда не уйду, несмотря ни на что. Ну, пока контент есть, естественно. Вот. А на этом все, ребят. Ну, скоро, кстати, будет видосик про грядущее обновление. Вот, так что ждите. А на этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор этого не сделали. И пишите крутые комментарии, я их всегда лайкаю. А на этом все. Всем удачи и всем пока!